Всем привет, с вами Владимир Куличенко, и сегодня у нас с вами на обзоре FUS от компании DOT, модель Carcosa. Это относительно новая модель у компании DOT, и они взяли за основу FUS самый первый, это Maestro, который был разработан еще в начале 60-х и уже в середине 60-х стал применяться такими группами, как Beatles, Rolling Stones, то есть самый первый FUS, который применяли и на электрогитаре, и на бас-гитаре. Компания DOT взяла, так скажем, мозги, основу того фуза и добавила, так скажем, свои наработки. Они заключаются в трубайпасе, они заключаются в светодиоде, в питании. Ну, давайте по порядку, давайте с вами рассмотрим регуляторы. Во-первых, хочется отметить, что примочка полностью металлическая, это очень классно, но при этом она, в принципе, легкая. У нас есть кнопка bypass, true bypass, она очень прям такая, то есть нужно, очень тугая, нужно постараться нажать. Светодиод очень яркий, синего цвета, это тоже классно. У нас есть 4 регулятора, 2 из них как бы основные, то есть как и были в Maestro. Но вы можете заметить, что они все названы так немножко специфично. Я вам попробую обычным таким языком доступным рассказать, что отвечает за каждый регулятор. Итак, у нас первый регулятор Before, это уровень гейна, входного гейна. Output, это уровень громкости эффекта. Дальше, регулятор After, это уровень выходного перегруза. Именно за счет этого регулятора у нас с вами и получается осцилляция. Чем больше мы поворачиваем с вами вправо, тем больше осцилляция. Что такое осцилляция? Это запирание звука за счет клиппинга эффекта, то есть когда у нас перегруженный эффект и еще добавок еще начинает искажаться и перегружаться. Вот этот регулятор как раз и за это отвечает. Раньше как делали подобный эффект? Питались примочки через крону. Когда крона начиналась садиться, то вот такое запирание звука оно начинало уже происходить. Ну, либо резали динамики, как вы знаете, не знаю, миф это или не миф, но тем самым искажался звук. Так и этот регулятор, он как бы нам помогает этот звук и еще исказить, и добавить ту самую осцилляцию. И дальше у нас регулятор High Cut. Это уровень обреза частот. Он работает с тумблером. Вверх у нас получается режим Dempf, вниз у нас режим Hali. Если мы тумблер с вами делаем вверх в режим демпф, у нас тембрально более такой низкий звук получается. Если мы делаем вниз, это режим хали, у нас более такой верхастый звук. То есть это такой как рычаг тембра получается. И в зависимости от положения регулятор High Cut у нас будет обрезать те или иные частоты. Ну, это низкие частоты она обрезает. We'll be right back.
В зависимости от регулятора у нас будет с вами работать регулятор HiCut, то есть он будет еще помогать обрезать частоты. И если, так скажем, когда мы ставим все посерединке, то у нас, так скажем, классический такой звук получается, то здесь нет. А здесь тембрально где-то будет в районе 9, наверное, так вот часов, 10. То есть есть такие нюансы. Но эту примочку, кстати, можно использовать и с бас-гитары, и как раз отрегулировать тот нужный уровень тембра. Можно применять даже вот с гитарным комбиком, ну, понятно, с басовым комбиком. Питание у нас сверху, это стандартное, 9 вольт минус в центре, разъем стандартный, такой Boss Style называемый. А на задней стороне у нас информация про педаль, также металлическая крышка, а ножки давались в комплекте, я в данный момент сейчас питаю от кроны, которая вставляется внутрь. На этом все, надеюсь, вам понравился этот обзор, ставьте лайки и дизлайки, пишите в комментарии, какой у вас фуз с осцилляцией, либо какой вам нравится фуз с осцилляцией, что вы бы хотели там порекомендовать, либо поделиться. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Владимир Кульченко, всем пока, всем мира.